эти самые, ну, уже не дебютанты, уже, можно сказать, второгодники, попытаются дать бой действующему чемпиону. Не знаю, друзья, как вы, а мне казалось, что вот во время гимна, который исполняла очаровательная юная девочка, главный арбитр сегодняшнего матча из города Минска, готовится дать стартовый свисток, дает его и поехали. Ну, давайте уже тогда судейскую бригаду всю целиком представим. Щербакову помогают Максим Арабей и Антон Гусев. Вся бригада из Минска. Досмотрим опасный момент. И пас на Гордейчука не проходит здесь. Пытался Савицкий найти партнера, но здорово сыграли защитники Смолевичи и обновленная команда. И подача на ближнюю штангу. Нет, даже не подача, это был удар, и очень даже неплохо. Половина новичков, либо людей, которые были в аренде, но теперь уже подписали полноценный контракт. Поэтому будем знакомиться. Милевский, Гордейчук тем временем опасный пас. Хорошая была передача по задумке на Кирилла Печенина, но до удара дело не дошло толкового. Сегодня Милевский пока что на острие. Как раз он мяч получает. Бакай, классный пас от Милевского. Бакай пытался прострелить, а здесь какой? То ли удар, то ли пас ножницами делал албанец. Шикарный момент, но там угловой тем временем у ворот Фельцова. Подача, центр штрафной, там Кики выпрыгивает. Классно, и спасает голкипер свою команду. Еще один корнер будет прямо под перекладину, отправлял мяч. Первого игрового дня. Сегодня, конечно же, все ожидают продолжения банкета. Но тем временем Савицкий намекает на то, что не будет этого самого продолжения. Воротам опасно может быть. Барсуков с мячом. Ищет передачи на левого партнера. Находит его там. Немножко Турик здесь запутался в собственных ногах. Ну и такой удар бесхитростный достаточно. Разгоняется из центра поля. Разгоняется неплохо. Подключает Савицкого. Савицкий на грани штрафной. Гордейчук промахивается по мячу. Михаил, бывает и такое, даже у мастеров. Ну а что здесь? Милевский падает. Милевский умеет падать очень красиво. Включаться в атаке. Вот он сегодня в роли такого латераля. Мы знаем, что Динамо активно используют крайних защитников. А тем временем опасный удар от Кисляка. Посильнее. Наёк хотел Печенину мяч отдать на вот-аут. В итоге бросил сам. Бросил на Милевского. Бакай. Опасный эпизод. Опасный вход в штрафную. И там здорово играет Фельцов в шпагате. Неплохой заход левым флангом может получиться у гостей. Подключают, они смещают атаку в центр. Дальний удар, но выше ворот намного. Близится к концу. Это первая половина встречи. Верас. Налево, там Турик. Входит в штрафную. Против него Веретила. Обыгрывает защитника. Здесь, я думаю, сейчас им важно не пропустить в первую очередь. А если получится забить, то будет вообще сказка. И едва эта сказка не становится былью, но... Что ж, дает финальный свисток первому тайму Денис Щербаков. Из Минска дать свисток, что, собственно, и делает. И погнали смотреть второй тайм. Молодому голкиперу в игру вступать особо не приходилось. Вот попытка зайти на удары. Классный выстрел получается у Гордейчука. Фельцов кулаками подальше от бин 3. Какие из этого можно сделать выводы? Наверное, по предсезонке вообще никаких делать не стоит. Кто там сильнее, слабее? Здесь Милевский продавливает защитника, и что? Получает желтую карточку Бакай. Был только что у Брещана, и тут же. Так, Смолевич, еще одна, смотрите, и опять коридор, и опять опасный момент возникает на сей раз. Бакай, через себя классная передача на Савицкого. Савицкий обыгрывает один в один Алибекова, подключая здесь Наёка. Наёк бьет ногами, отбивает Фельцов. В созидании пока не получается у гостей. Вот сейчас, может быть, попробует. Есть попытка удара. Гол! Счет открывает Владислав Мухамедов. Вот это вот. Вполне себе очередной фаворит может поплатиться неудачным результатом. Как вчера это сделали Батэ и Шахтер. Ну и вот. Центральный столб. На него хочется так или иначе сделать заброс. А вот смотрите, как разрывает Смолевичи. Динамо, попытка ответа, Бакай на левой бровке, помогают ему три партнера, чуть поодаль там четвертый набегает, это Кисляк, ну и нужно решать Савицкому, как же так, Павел, ну куда ты бьешь? Не смогли. Милевский,
Вот здесь как раз пас на Савицкого читался, но Милевский решил сыграть по-другому. Савицкий! Супер сейф от Фельцова. Как же сейчас Павел второй момент к ряду не использовал. Если Динамо сегодня не выиграет. Впрочем, у Павла есть еще придумать что-то впереди. Лаптев. Включает на Йока. На Йока там мяч выцарапывает. Удар! И мяч каким-то чудом просто. Вот это, конечно, шансище. Шансище, который уже забыли. Габи Кики. Габи Кики сравнивает счет. И тоже, если мы сейчас посмотрим повтор, этот гол немножко такой шальной, друзья. На... Смотрим и видим, что затылком забивает второй номер. Помогает ему партнеры. Мухамедов. Турик. Турик пробивает, но удар несложный. Низом Павличенко легко его забирает. Кисляк. Бакай. Снова Кисляк. Нет особого продвижения на обострение. Вот сейчас пас Кисляка. Классный удар! Барсуков. На правый фланг акцент смещает, но тут же он возвращается в центр. Мухамедов. Барсуков. Удар классный наносит. Котов. Неплохо. Барсуков. Хороший удар с отскоком от газона. Чуть-чуть под 80-ю минуту уже особо не осталось, но мяч сохранил. Милевский. Штрафной это всегда опасно. Там на нем уже висел буквально. Времени у Динамо не так много. Выстрел. Играет Алибеков удачно. Достаточно. Не позволяет до Милевского мячу дойти. Но атака Бреста продолжается. Милевский. Мягкий пас. Быков. Попытка порвать сетку. Алибекова. Динамо есть еще шанс. Здорово ставит корпус Лаптев. Лаптев. Удар. Опять же, повторюсь, можно сожалеть об упущенной победе. Лаптев. Милевский. Штрафной. Опасно. Удар. Фельцов спасает. Какой сейф. Время. И Фельцов, возможно, сейчас спасает ничью до своей команды. Смотрим дальше. Еще раз голкипер выходит вперед. И все. На этом все. Да или нет? Похоже, что да. Да, дает финальный свисток.